Вау! What a horino! Какая була сьогодні крутая хрінама! We were down on that square. Ми танцювали дуже довго на площі. All the people were dancing with us. І ви бачили, як люди танцювали з нами. And then they came back to the festival and danced with us here. І потім вони прийшли сюди і знову танцювали з нами. And then they danced in the kirtan. І потім вони танцювали на кіртані. This is a dancing movement. Це движение танців. We're dancing our way back to Godhead. Ми танцюємо назад домой к Богу. So everyone contributed, all the devotees in the tents and the setup crew and the cooks and everybody. І всі на самом деле принимают участие в этих танцах, и даже те, кто напрямую не танцует в палатках. One lady, she said, I was so much against yoga. My son started practicing yoga. I screamed at him. Now I think it's okay. И одна женщина сказала мне, что когда мой сын начал заниматься йогой, я была так против, я даже кричала на него, но сейчас я считаю, что это круто. So such sweet people came today. Такие сладкие люди пришли сегодня. So many wonderful, wonderful people. Очень прекрасные люди And были. We're their servants. И их слуги. And I hope we made them a little more happy, their lives a little more joyful, and a step in the right direction back to the spiritual world. И я надеюсь, мы сделали их жизнь чуть более счастливым и помогли им сделать свой шаг в направлении к Богу. So you deserve a day off tomorrow. И поэтому вы заслуживаете выходной завтра. Just eating and sleeping. Просто ешьте и спите. You can sleep in as long as you want. Можете спать так долго, сколько хотите. Нет проблем. You can eat as much as you want. Можете есть столько, сколько хотите. There's no morning program, there's no evening program, there's nothing. Вообще завтра ни одной программы не будет, ни утренней, ни вечерней, ничего. There's no pressure, just a few of you have to cook the lunch, but there's nothing absolutely happening. Use your time wisely. Поэтому нам не нужно будет ничего делать, только приготовить обед, поэтому используйте свое время мудро. Okay, sleep a lot. Побольше поспите. Walk around, chant some japa. И погуляйте вокруг и почитайте джапу. Read some shastra. Почитайте какие-то книги, Spend шастры. Time with your friends. Проведите время с друзьями. Go to bed early. И идите спать рано. Because on Tuesday, потому что во вторник мельно. Будет мельно. Рива! Минздрое. И потом Минздрое. Арио! И потом Ржижино. Ржижино. Маленький-маленький городочек Ржижино. You can throw a rock to the other tents. The other side of the festival, you can throw a little rock. Чтоб можно даже... Он, например, с одной палатки до другой можно камушком добросить. Можно камушком добросить с одной палатки. You're the dancer. She's the dancer. And that's the last break until we go for Woodstock. И завтра будет последний выходной перед тем, как мы отправимся на Woodstock. So I wouldn't recommend too much soccer or anything because you're going to need your strength. И я не рекомендую расходовать свою энергию куда-то еще, потому что она вам еще понадобится. So after Mezzogiorno is Woodstock! All right, so have a safe journey home and maybe I'll see you around tomorrow. Let's see. Желаю вам безопасно добраться домой, может быть, завтра мы где-нибудь увидимся. Bye-bye.